28 июля примерно в 16:30 по проспекту Металлургов двигался неустановленный автомобиль, который совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Водитель с места происшествия скрылся. Принятыми мерами розыска был задержан и изобличен водитель автомобиля ВАЗ-21-112. Следствие по данному факту ведет Дзержинский районный отдел внутренних дел. Несовершеннолетний получил травмы, в данный момент находится в травматологическом отделении 8-й городской больницы. За текущий месяц на территории города Кривого Рога было совершено 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 6 несовершеннолетних пострадало.